Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам про признаки депрессии у кошек. Кошки очень чувствительные животные, точно так же, как и у людей, у них может ухудшаться психологическое состояние под воздействием внешних факторов. Как определить, что мяукающий друг страдает от депрессии? Что в поведении питомца может говорить об этом? Давайте рассмотрим самые распространенные признаки депрессии у кошек. Апатия – первый признак. Если вашего мяукающего друга больше не радуют любимые игрушки, если он отказывается от игр и любимой еды, перестает ухаживать за собой, стоит забить тревогу. Скорее всего, ваша кошка находится в серьезной депрессии. Раздражительность – второй признак. Если ваша обычно ласковая и общительная кошка резко становится злой и агрессивной, начинает избегать общения с людьми, обратите пристальное внимание на здоровье питомца. Такие резкие перемены в поведении часто бывают признаком проблем с психологическим и физиологическим состоянием у животного. Чтобы не потерять наш канал, жмите на кнопку «Подписаться». Не забывайте нажать на палец вверх, если видео вам понравилось. Это помогает нам делать видео, которые интересны именно вам. Наслаждайтесь просмотром! Резкое снижение или повышение аппетита – еще один признак депрессии у кошек. Внезапное изменение пищевых привычек у питомца – всегда сигнал для хозяина начать уделять больше времени здоровью животного. Жалобное мяуканье – четвертый признак. Если ваша кошка, обычно не отличавшаяся разговорчивостью, начинает грустно мяукать, не пропускайте мимо ушей такие сигналы от животного. Скорее всего, ваш питомец испытывает серьезный стресс и пытается сказать вам об этом. Игнорирование лотка – пятый признак. Очень часто кошки и коты во время депрессии начинают нарушать привычные для них правила жизни в доме. Если вы видите, что ваш питомец стал ходить в туалет не в положенном месте, не спешите его ругать, а лучше обратитесь за консультацией к специалисту. Таковы самые распространенные признаки кошачьей депрессии. Если вы заметили что-либо из перечисленного у своего мяукающего друга, обратите пристальное внимание на его здоровье и психологическое состояние. При невозможности решить проблему самостоятельно, обязательно обратитесь за помощью к специалисту. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!